Хотел я поменять букву диска и наткнулся вот на это. На ценные указания, так сказать, от Microsoft. Он мне предложил вот этот путь поменять на какой-нибудь Z. Ну, короче, местами C и D поменять, только для этого сначала надо промежуточную букву использовать. Я поставил тут Z. Я уж не помню зачем я, ну, короче, ладно. Ну и это в XP происходило. Ну и перезагрузился, естественно, XP не загрузился, потому что тут стояла буква Z, а вот этот диск ночи. Он в XP, когда системным становится, он XP ему присваивает букву C. И где-то до половины загружается XP, и все, зависает. Курсор по пустому экрану вводишь и все. И я подумал, как же изменить реестр в офлайне, так сказать. Оказывается, есть очень классная программка вот здесь, вот она находится, вот я скачал. И запускаете ее, он сканирует все венды на всех дисках. И вот он пишет диск C, компьютер. Ну, короче, вот эти вот файлы, default, sum, security, это в папке Windows, который находится. Вот он их все подгрузил. А я знаю, что у меня, ну, вот по пути посмотрел. Вот он путь, HK Local Machine. Где он тут? System. Вот, Mounted Devices. Здесь вот я изменял. И вот они подгрузились, Local Machine подгрузились. Вот они. И я Mounted Devices вот в системе открыл. Mounted Devices. И левой кнопкой, то есть правой кнопкой мыши, переименовать. И вот сюда написал C. Но чтобы сохранение вступило в силу, нужно вот так вот выход нажимать, а не крестик вот тут нажимать. Тогда сохранится все. Так, ну что, давайте попробуем. Повезет, не повезет.